Я воровал, убегал из дома, курил. За это мне дали 2 года. Я воровал варенье, соленье, огурцы разные, помидоры. Ну, за это меня посадили сюда и дали срок 2 года и 6 месяцев. Я воровал в электричках барсетки. Нам с пацанами нужны были деньги, но чтобы купить морилку, помог и курила. Но еще мы воровали на базаре, ну, так как там были хорошие вещи. Ну, и еще я не хотела учиться, и за это все мне дали 3 года. Я попал сюда за воровство, потому что я воровал деньги у таксистов и продукты в магазине. Меня посадили на 2 года. Я сюда попал за воровство, то, что воровал на воле, и за убийство. Мне дали 2 года. Я здесь за убийство, ну, за 3 убийства. Мне дали 3 года, я убил в подъезде, на мосте и на улице с группой. Здесь лучше, чем дома, потому что, туда никто не бьет, а не ругает. Кушать тут хорошо, а дома я 2 раза кушал, 3 раза. А меня положил дядя в больницу, которая называлась «Психушка». И меня там таблетками психическими кормили. Вот я и стал таким. Вот. На лицо пухлый. Пухлый.